Клюкин Павел Григорьевич. Полный кавалер Ордена Славы. Родился 25 июня 1922 года в селе Озерники Прудищенского сельсовета, ныне в Веневском районе Тульской области. Имел должность и звание командир отделения 1255-го стрелкового полка, 379-й стрелковой дивизии, 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Старшина. Был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями, в том числе за отвагу. Осенью 1941 года добровольцем вступил в народное ополчение на фронтах Великой Отечественной войны с ноября того же года. После победы продолжил службу в армии. В 1947 году был демобилизирован, жил в Москве, работал в Министерстве финансов СССР. Затем в 1966-1974 годах работал в библиотеке СССР имени Владимира Ильича Ленина. Умер в мае 1991 года и похоронен в Москве. 19 января 1944 года в бою юго-западнее города Новосокольники Псковской области в числе первых ворвался в траншею противника. Гранаты уничтожил несколько гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю. 10-11 марта 1944 года севернее города Пустошка Псковской области под огнем захватил часть траншеи противника. Отразил 4 контратаки, взял в плен вражеского снайпера и дождался подхода основных сил батальона. 10-16 июня 1944 года с группой бойцов в наступательном бою севернее поселка Идрица Себежского района Псковской области истребил 10 солдат из захваченного пулемета. Поддержал наступление для нашей пехоты. Был ранен, но поле боя не покинул. Мы помним. Мы гордимся.